Должен ли я гасить долги за капитальный ремонт прошлых владельцев квартиры? Вы стали собственником квартиры, а на позапрошлого собственника приходят квитанции и претензии из организации капремонта. Договор с фондом вы не заключали и денег им не платили. Позапрошлого собственника и прошлого найти невозможно. Имеет ли какое-то отношение к вам претензия об оплате этого долга? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт Евгений Корсакин. Жилищное законодательство предусматривает обязанность каждого жильца осуществить оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Предыдущие собственники эту обязанность не исполнили, и к новому собственнику вместе с жильем перешла обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт. Задолженность по коммунальным платежам прикреплена к недвижимому имуществу, а не к его собственнику. Поэтому платить задолженность все же придется. Иначе ее взыщут в судебном порядке. Если вы не согласны с размером задолженности, можете обратиться с заявлением в управляющую компанию с просьбой предоставить письменное разъяснение порядка расчетов этих взносов. Если с требованием взыскания платежей обратиться в суд, также есть возможность уменьшить размер начисленной неустойки. Обосновать уменьшение можно тем, что задолженность образовалась по вине предыдущих собственников жилого помещения, а не вашей. Если вам понравилась эта тема, поставьте, пожалуйста, лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно посмотрю и отвечу на все ваши вопросы. Пока-пока, друзья. До новых встреч.